Да? Ты сможешь восстановить разбитое зеркало? Да, господин. За 100 аренов. Отлично. Вот части зеркала. Заплачу, когда восстановишь. Возможно, стоит уехать отсюда. Ты иной. Как интересно. Говорят, ты убил 3 опасных тварей. Верно. У меня есть для тебя особая награда. Этот рунный камень может тебе пригодиться. Может, скоро я смогу предложить тебе новые награды. Есть работа для ведьмака. Люди рассказывают, что у озера появилась тварь. Похоже, говорят, что гробница в полях — логово чудовища. У него огромные зубы. Похож на помершую тещу. Рассказывают страшные вещи. Награды за этих тварей? И принеси доказательства, и я не поскуплюсь. Цимитавр из гробницы. Ладно, не надо показывать доказательства. Вот 800 аренов. Есть работа для ведьмака. Люди рассказывают, говорят, что награды за этих тварей. И принеси до... Рассказывай дальше. О чем? Прощай.
холодный год. К вам спел здарь-ведьмак. Да? Я пришел за зеркалом. Вот, прошу вас, как новенькое, даже лучше. С вас 100 оренов. Вот тебе 100 оренов. Нас ждет голодный год. Да? Адам, ты неважно выглядишь. А как мне выглядеть? Моя возлюбленная летает по полям и пугает людей. Как мне выглядеть? Я убил женщину, и я полное ничтожество. Я несчастный. Ты прав, прости. Иди за полуденницей, иди за мной. Алина, посмотри в зеркало. Алина? Посмотри внимательно. Это? Так романтично.
Я Алина. Теперь я помню. Мне нужно спешить. У меня скоро свадьба. Алина, ты мертва. Почему ты так говоришь, ведьмак? Я отлично себя чувствую, только немного холодно. Странно. Здесь жарко, как в аду. Мне надо найти корзинку. Мне надо собрать малину для возлюбленного. Геральт, а почему дух Алины не хочет уходить? Я чувствую, что сейчас она счастлива, потому что думает о своей свадьбе. Но она все еще не знает, что она привидение. Возможно, просто зеркало не Халена недостаточно для того, чтобы снять проклятие. Однажды я слышал легенду о полуденнице, которая не хотела выходить замуж за Нильфгаардца. Но я не помню, чем та история кончилась. Легенда, говоришь? Наверное, стоит расспросить тех, кто разбирается в народной мудрости. Я обещал Юлиану освободить его возлюбленную. Геральт, а ты кого-нибудь любишь? Люблю, но это не твоего ума дело. А я знаю, знаю! Ты любишь Трис!